Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 112 на странице 26. В этом упражнении мы должны составить и решить задачу. Посмотрим, какие у нас колонки в таблице. Расходовали за один день, количество дней всего израсходовали. Итак, за один день расходовали 10 килограммов, количество дней неизвестно. Всего расходовали 80 килограммов. Составим задачу. За сколько дней было расходовано 80 килограммов сахара, если ежедневно расходуется 10 килограммов? Чтобы узнать количество дней, мы должны общее количество сахара, 80 килограммов, разделить на количество сахара, расходуемо каждый день. То есть мы должны 80 разделить на 10, получится 8, 8 дней. У нас был вопрос, за сколько дней было расходовано 80 килограммов сахара. Запишем ответ. За 8 дней было расходовано 80 килограммов сахара. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.